Скейла, а. Так, ну вот сегодня у меня вот эта машина. Наверное, я буду ее дальше и тоже использовать. О всех преимуществах, недостатках буду рассказывать. Эта машина достаточно небольшая по размеру, внешнему размеру. Всего лишь 4,2 метра. Вообще ни о чем. Но, блин, она очень высокая. Большие колеса. Большие колеса. Дальше. Большие зеркала. Внутри просто огромное пространство. Это не рекламный какой-то ход. Это реально просто удивило. За счет того, что отсутствует капот, он небольшой, да, водительское сиденье сдвинуто вперед. Что мы получаем? Смотрите. Мы получаем. У меня рост 1,80 м. Вот я сажусь. Вот мое место как бы, да. И сейчас покажу, что сзади творится при этом. При этом сзади у меня не то что кулачок. Да, это самое. А у меня 3 кулачка, блин. Достаточно очень много места. Если вы думаете, что это много места за счет заднего багажника, блин, тоже ошибаетесь, как и я раньше ошибался. Я думал, что здесь багажник это нет. Ничего подобного. С багажником все хорошо. Смотрите. Он просто огромный. Но еще это не все. Еще, блин, здесь еще, блин, ой, здесь еще это убирается вообще. Это один из самых больших багажников в этом классе, который я видел в машине. Ну, буду потихоньку представлять эту машину, рассказывать о ней. Кому будет интересно, задавайте вопросы. Вот так. Потом покажу салон, как едет.